Где я? С кем я? Почему тебе не отвечаю? О, Господи, что, боже мой, мне что все заело. Ребята, мне не на что поставить, блин. Где я? С кем я? Почему тебе не отвечаю? Сейчас я надену на себя майку. Представляешь, у меня сегодня опять болела рука и сердце. Ну, нерв, а не сердце, конечно же. Так, сейчас я поставлю вас, подождите. Ой, я такая не худенькая. Ну что ты меня, сука, месишь? Еду привезли, угадайте, что же я буду есть. Сейчас я надену майку. Что ты меня, сука, месишь? Свет ужасный. Где я? С кем я? Почему тебе не отвечал? Так. Ребята, привет. Представляете, у меня просто сегодня опять. Помните, у меня была такая фигня, что у меня рука немела. Вот это мне не нравится. У меня сегодня немела рука. Что ты меня закормишь? Что ты закормишь? Где я? С кем я? Привет, привет. Мне песня одна понравилась, сейчас я вам включу. Девочки мне... А, на прямом эфире мне ее дали, да, она классная. Селедки? Нет. Вы отвечаете на сообщения? Да, но не всем, слишком много сообщений. Ты переживаешь из-за развода, конечно. Я поэтому на эту тему не хочу больше разговаривать, мне слишком было не очень. Вот песня, которую сегодня целый день слушаю. Ставлю точку. Не хочу видеть тебя больше. Не хочу слышать твой голос. Видимо, я Петя не умеет, простите. Я пока слабая. Девчонки веселятся. Спасибо, кстати, за песню. Классно, хоть пополнился у меня. Всех виснет. Привет, Аня. Слабость моя. А я к успеху. Даже хорошо, что ты не приехал. Короче, салат сейчас будет здесь в волосах. Сейчас начнете. Поэтому я помою еще раз. Разошлась, мать. Вот и выходим, ну, про твое предложение, куда? Конечно, с тобой везде выйду. И как раз привезу тебе то, что ты просила. Ой, я приеду к вам, что-нибудь из одежды возьму. Ты меня оденешь? Сейчас покажу, как называется песня. С маслом буду петь. Нет, что-то так не очень. Нет, я не пьяная. Почему я должна быть пьяная? Потому что я танцую? Вы что, дебилы, сука? Даже хорошо, что ты, сука, не приехал.
вообще делать салат, мне пришла еда, у меня просто настроение поднялось. Ты вышла в эфир, понимаешь настроение. Это у кого? А, Варина. Привет, Лаза, привет, привет. Харьков, называется последняя слабость. Ася, последняя слабость. Как личная жизнь. Личная жизнь, на то она и личная. Но песня крутая, спасибо. Что за женщина? Ужас! Боже мой. Да, да. Конечно. Это тут это, подруга его все, никак не успокоится. Последняя слабость Асия называется. Потанцевали, хватит, да? Ладно, все, он показал классную песню, у меня прямо от нее разрывает. Блин, вот эта дура, которая пишет, она постоянно пишет. Как только что сумасшедшая появляется. Снимает топик себя. Я могу его разрезать только. Это я пошутила, конечно же. Вместе с кем мы? Я не пойму. Так. Помылось все. Блин, этот фильтр вообще-то вообще все размазывает, да? Лиза, кто ты по знаку зодиака? Я водолей. Водолей, водолей. На кого-то ругаешь. Ой, да, тут одна немножко ненормальная женщина. Я заблокировала уже. Сейчас все расходится. У меня так... Сколько весишь? Ой, я 50 вешу, я похудела немножко. 50? Ну, думаю, не 49, я надеюсь. Кто-нибудь угадает, что я заказала себе из еды? Майку испачкала, ничего страшного. Даже хорошо, что ты не приехал. Очень крутая песня. Не сказать, что эта девушка написала эту песню на 14 февраля, когда ее парень... сделал предложение другое. Представляете, такой ужас. Да. Оливье. Нет, я буду сейчас салат готовить, помидоры, огурцы. А вот оливье. Не оливье. Мясо и картофель. Ну, что-то ближе. Баранье, правильно. Каре ягненка. Все, как я люблю. А они в комнате музыку слушают. Нет, на дом 2 я не вернулась. Маску убирай. Сейчас руки будут помою, ну, салат сделаю. Эта маска, она как-то... Вообще все скрывает лицо, да? Марина, у вас, да? Девушки, не уйдите в том. Ну, если у вас башко не в порядке, и вы собрались спать с китайцами, то это так. А так-то многие девчонки работают. И даже я видела просто там таких работниц, извините, для меня это не то, что не модели, но типа, я не видела там симпатичных. Такие наши девочки, ну, не очень. И тем не менее, они получают по 300, по 500 тысяч, кто-то по 600 тысяч, кто-то по 700. Поэтому я, наоборот, считаю, что многие не знают про Китай. И девчонки симпатичные могли бы хорошие деньги зарабатывать. Поэтому зря вы так пишете. Вообще зря. Вот я была, когда пришла на кастинг, увидела парней. Парни все как на подбор, все красивые, у всех фигуры. Девочки, ну я посмотрела, думаю, господи, это вообще что? Сейчас пришло.
Обычный, самый, такие обычные, прям обычные. Даже не знаю, даже есть прям не очень симпатичные были. Потому что это хорошие, ничего не говорю. Но я имею в виду, как у них модели, что там фигуры были подкачаны, или супер-пупер, тоже такого не видела. Так, привет, привет. Ну, я думаю, что мне пока у меня нет, мне не стоит пить кофе. Говорю, мне сегодня... рука отнималась, сука. Там рост решать? Нет. Там были девчонки ниже меня. Ты же фотомодели. Что, ты пришла? Да, я пришла. Марина пришла, Маринка пришла. Вы все к Марине добавились там? Да. Ты что, будешь пасту или со мной будешь баранину? Ну, я не знаю. Сейчас подумаю. Что, лука побольше? Или будет? Как вчера. Ну, значит, ваша знакомая проститутка, наверное, поэтому у нее продолжение. У Лёши есть подружки, которые... Классные девчонки, которые уехали оттуда, например. Одну я знаю. Явно она не с продолжением, у нее все в порядке. Зарабатывала она очень хорошо. Ну, каждый дизайнер работает, как он хочет. Меня пропиарьте. А, да, солнышко, давай. Добавляйся. Да ты ж мой золотой, конечно, давай я тебя пропиарю. Моя любимая. Как мне куртки пришлёшь, уже теплее. Да уже скоро будет тепло. В Москву весна приходит наконец-таки. Так что мы? Что куда пошла? Что ты ешь? Открывай там все. Помогай. Давай. Пока салат, помидоры, огурцы. Сейчас пасту лук, от которого мы вчера плакали. Приготовились. И заплакали. Кисель. Кто любит кисель? Я обожаю кисель. Киселям так это вот. Я кисель. Видите, это кореневое, а он такой невкусный. Да? Да. А на этом, который без сахара есть, если... Они на фруктозе все идут. Прям все на фруктозе. Можно добавлять вот эти. А тебе нельзя такое? Нельзя не фруктозе, не сердце. Блин, это печально. Ну, потому что они сахар поднимают очень сильно прям. Надо попасть как сильно. Короче, тебе получают только такие сладости, как мы вот эти купили, сливы вот такое. Да, ну что-то для такого. Я просто бабушке все покупала, так ты там... Либо на эти. Достала, Лиза не отвечает на вопросы. А, да. Ты мне факт показала. Ну и пошла ты нахер. Да. Я говорю, такие просто потом мне не пишите вообще в личку, чтобы вас разблокировали. Нах. Пошла. Еще бы понять, где у нас что. А ты открывай, смотри. Тут пасха. Я люблю селедку с картошкой. Почему кольцо не снимаешь? Потому что мне красивое кольцо, оно не подходит. Поэтому не снимаю. Не считай нужным. Бери воду в рот и плакать не будешь, да? Чё тарелки даже сейчас? Я там помыла. Сейчас домой ко всё помыла. Я помыла здесь. Мария, не будет кушать? Я люблю роллы. Марина, иди сюда, покажись. Да, иду. Всем большой привет. Можно, кстати, еще нож вроде холодной воды намочить. Нормально уже. Видели, в холодильнике я нормально. Ну, либо он уже лежал, да. Ну, лучок это самое оно. Сейчас будем опять вонять, как вчера. Нам целоваться не с кем. Абсолютно, особенно мне. Что-то не влияло. Песня вообще бомбовская. Да? Да. Просто крутейшая. Каждая женщина, которая была... Кстати, 7 новых треков будет охрененно. У Ани завтра альбом выходит. Да. Да. Ничего себе. Вот. Ну, они как первую половину только ставят. Ну, все треков. Ой, ребятки, вы что-то продайте. Кто такая Марина? Что это за Марина? Марина. Я уже знакомила в других... Если вы смотрели другие прямые эфиры, вы бы увидели. Звонили.
звук. Просто. Посмотрите, какая она вкуснятина. Я сережку сюда положила, чтобы она не терять. Какую? А, она та ж... Ты пасту убрала в холодильник? Нет, сейчас убрала. Ну, может быть... Тут что-то остыло. Надо разогреть. Звук шипит. Да ладно. Вода тут была. Не слышно, как будто под водой. Все слышно нормально. Теперь все отлично. Я уже испугаться успела. Ага, там вода была. Так, подождите. Мы, как всегда, с вонючим маслом сюда рекламируем. Обожаю нерафинированное масло. Масло. Особенно, наверное, класс, когда оно в какой-нибудь деревне. Мы не слышали только Марина. Блин, мы под 300 раз обсуждаем. Скоро увидите Марину по телевизору и узнаете, кто Марина. Маринину историю жизни, тяжелую, которую мы узнаем с каждым днем все больше и больше. Я немножко, мне кажется, там не на 3 передачи, а на 10. Марина человек, который притягивает к себе все говно с детства. И не только, я в себя притягиваю еще офигительных людей. Офигительных людей и всякие не очень хорошие ситуации жизненные. Вы знаете, так многие дети, с которыми происходит что-то в детстве, они потом живут с этим и притягивают сами. Поэтому все мысли постоянно. С Мариной познакомились еще, когда это было. Либо в ноябре, либо в декабре, я не помню. Я вышла замуж в ноябре перед свадьбой. В ноябре. Значит, в ноябре. Какой вкусный салат. По какому каналу мы еще не решили? К Гордону мы идем или к Малахову? Это не смотришь? Мы еще не решили. Мы еще подумаем, куда мы хотим пойти. Но просто приехал к нам в гости, чтобы не скучать. Мы второй день пытаемся куда-нибудь пойти. Кого песню? Блин, салат просто бомба. Обожаю салат. Да. Давай разогреем. Да, давай. Что-то он долго ехал, в тот раз мне дали промокод. Я даже не знала, что если я не опаздываю, то они... Да. Так, чтобы на мокрое не поставить. Лучше Гордона. Все так сказали, лучше Гордона, поэтому... Да, кстати, все советовали именно Гордона в прямом. Так, давай. Отсюда достану, то есть тарелки уже убрала. А ты что, будешь пить чай, что ли? Кофе да, на ночь стоит. Кофе не стоит, это такая лучше. Да. Где картошка? Картошка. Да-да, потом лучше. Не знаю, не знаю. Все почему-то говорят гордон. Потому что Малаховы уже все говорят, что это просто шоу. Блин, они сегодня не положили вкусные овощи. Овощи они кладут. У нас есть салатик. Ну понятно, просто они клали здесь капусту вкусную. А тут только руккола. Ну ничего страшного, надеюсь, это будет тот повар, который... Вкусно готовит. Маслом, когда рожение. Привет, привет. Нам картошка. Нам вся еда для нас. На две или на одно? Я люблю говорить погорячее, а ты? Давай на две. Ого, нет, на 10 это слишком. Ладно. Лиза, в темноте как у... Импланты светятся в темноте, такую чушь первый раз слышу. У меня ничего не светится. В темноте, извините. Я освещаю вам путь своей грудью, люди! Это так вы хотели сказать, что? Блин, обожаю кисель, господи. В детстве так было прикольно, когда, да, его наливали. Я помню молочный. Все время давали в этом... В садике? Ой, в садике, в детдоме? Да.
давали молочный кисель с творожной запеканкой и манку с комочками. Манка — это кайф, я так люблю манку. Я не сказала про манку, я захочу. Комочков. Давайте завтрак по манку. Надо здесь просветить манки. Манка — это вкусно, но когда она без комочков. А когда она с комочками, это такой дурдом, я не могу есть просто. Появился аппетит, да. Появился аппетит. Конечно. Но сегодня день вообще потерян все равно. Такой у нас потерянный день, да? Хотели посмотреть какой-нибудь фильм? Вы мне столько писали фильмов. Я думаю, что... Можно что-нибудь выберем. Нет, это не проблема наша. Ну, давай еще поставим. Да. Так. Обожаю манку. Да, я тоже обожаю манку. Манка — это тема вообще полная. Молочный кисель никогда не слышала. Ну, на творожную запеканку. Я уже не в Питере. Не в Питере живет моя дочка. Наливаю такую белую фиговину. Вкусненько. Чтобы комочков не нужно, когда спаешь, ее мешать сразу. Да, я знаю, я нормально. У меня не получалось ни разу, кстати. Манка с комочками. Будешь меня учить готовить манку, потому что... Да, ты не умеешь готовить манку? Вообще ничего, как ты живешь? Как? Я умею варить пельмени, макарошки, картошечку, порезать, настругать салатик. А ты что кушать покупаешь себе? Как я? Кушаешь, чем ты питаешься? Я тебе потом расскажу, чем я питаюсь. Дошираками, надеюсь? Ну, конечно. А, ты рассказывал, всякие гадости ты любишь есть. Картошка, кстати, не кушаю, нет. Сегодня. Сегодня они меня расстроили. Штамп в паспорте смотрю на одном дыхании. 4 серии, да? Манку, ну, окей, делать и чит манку давать. Блин, мне сказать про манку, я тебе хочу манку, обожаю манку. Манка — это сила. Так. Так. Рассказывай мне, как у вас получается, потому что... Давай. Я тебе пролезу. Ой, я уже не пролазил. У вас здесь очень темно. Включи свет или мигать фонарем, посвети на грудь. Извините. Но у меня есть дела поинтереснее. Чем фонарем светить на грудь? Сейчас смотри, светится ли моя грудь. Ну, некоторые не любят манку, кто-то любит манку. Тебе можно картошку при сахарном диабете, спрашивают? А почему нет? Не знаю, спрашивают. Ребята, я не на таблеточках. Мне, в принципе, можно все, кроме чистого сахара. И все можно. Я просто сейчас подкалюсь, как человек-робот, и все. Подкалюсь. Ну, а как? В наших кругах это называется именно подкалюсь. Ну, она постоянно колется, поэтому... Да-да-да, я колюсь. Это знаешь? Салфеточки. Ой. Когда... У меня есть одно большое преимущество. Когда не хочешь что-нибудь вообще разговаривать. Хорошо. И у тебя спрашивают, мол, ты пьешь, куришь. Можно спокойно на полном серьезе отвечать, я не пью, не курю, я курю. Ну да, отлично. Причем это абсолютная правда. Это мой телефон? Да, это твой. Ну ладно, пускай. Вот так. Можно все так, может. Мы, девчонки, дома сидячие. Дома сетки. Сейчас под мелку спрошу, что не так. Я ее взяла, потому что она не хватает. Она мне ничего не сказала. Значит, ей хорошо. Так, шутницы, картофель только вымоченный. Еще раз объясняю для всех непонятливых. У меня сахарный диабет первого типа, не второго. Ты жир любишь? Я люблю жир. Ты как к жиру относишься? Нормально. Ты любишь жир? Нет, ребята знают, что вот жирный кусок, прям кусок жира, который сейчас пойдет куда? Куда этот жир идет? Прямо в жир? Угу. Уважаю жир. Кайф.
Я прям обожаю жир. Да ладно. Да. Я обожаю жир. Тут мне как-то мало положили. Ну ладно. Так. Еще руколы нам. Краска. Ну да, сегодня видишь, они как-то без капустки. Ну, так. Иу, здравствуйте. Я прям люблю жир. Это вообще люди кушают руками. Вообще плавала тебе, но потом подумала, ладно. Так, что? Фу, не люблю жир. Ну все, поумничали, все ушли, ёпта. Ну пускай умники сидят там. Нам-то что? Нам с ними детей не крестить. Да. С умными ребятами. Ты помидоры больше любишь или огурцы? Я наваливаю тебе. Ядный человек – это хорошо. Еще у нас клюквенный соус. Да. Мужесть, сахар 7,5. А у тебя сколько? Померяю. А тебе показывается на клюквенном аппарате, да? Здесь нет. Ты покушай сначала, потом померяешь. Наоборот. Надо на... Понятно. Ладно. Еда. Немножко отодвинуть. Может, мне тоже помидоры? Еще и без хлеба. Жир? Так еще и без хлеба. Блин, помидоры мы будем соленые или нет? Не знаю. Ну ладно. Мне кажется... Ты что будешь пить? Мама 17 чего? Сейчас. Чего? Кофеечку. Кофеечек нет, нам очень нельзя. Вчера спали, не спали долго. Еще и сегодня, если... А у меня 3,9 сахара. 3,9? Да. Это же нормально, как хорошо? Как у здорового человечка. Норма от 3,3 до 5,5. У меня 3,9. Поэтому у меня все прекрасно. Нормально. А, ты уже себе взяла? Да, я могу и туда налить. А тебе зеленый ножничка была? Мне можно всякий. Ну все. Главное, давай есть. Сахар. Давай. Да, давай кушать. Это чикен. Ой. Скажите, Лиза. Скажи, мы тебе Лиза. Не надо мне ей кого-то беременеть. Как ты обнаружила, что у тебя онкология? Очень как-то такая тема про онкологию сейчас будем говорить. Как я обнаружила? У меня было подозрение воспаления легких и обнаружили метастазы. Мне сделали рентген легких, потом КТ, и на КТ обнаружили метастазы, и потом по крови. Уже тебе пишут, что ты лапшу на уши вешаешь. У нее сейчас нету 37, она сказала вообще-то 3,7. Угу. 3,7, сука, если ты глухая, не надо обвинять людей. Фу, какая рукола невкусная, не ешь ее. Что, совсем ни о чем? Вообще горько-горько, не люблю такое. Не обвиняю, то, что нам написали несколько... раз, что Марина обманщица, я поэтому выкладывала документы и все для вас. А вам вообще мало, да? Надо нам в посте. Ну, хотя они же могут спрашивать, еще 300 лет. Я тебе скидывала касаемо Алены. Вот это из той же серии. Угу. Давайте сменим тему, пока я ем жир, хорошо? Он так не так хорошо заходит. А я его люблю. Я же говорила, Марина такая, смотрите эфиры, пересматривайте. Я повторять каждый день не буду. Угу. А вот лучше посмотрите на этот жир. У кого-то он в боках, у кого-то в животе.
А у кого-то во рту? У меня. Посмотри, какие тут. Между собой пообщайте. Как это вкусно. Идет. Там или нет? Нет, в туалет пошла. Ты даже широкий тип наешь, да. Как есть не поправляться, не знаю. Боже, я тебя обожаю. Да ладно. Я жир обожаю, блин. И вас обожаю. И бараний жир. Что за мясо? Я люблю каре ягненка. Это просто нереально. Это очень вкусно. Это очень вкусно. Это безумно вкусно. Что там за говно? Здесь осторожнее было бы сидеть. Мне не надо осторожничать. Пипец. Пожалуй, ты как куда? Я скажу, фиг тебе час, ты кушаешь. Не поправляешься, как? Не знаю. Да, я на нервной почве похудела. Что-то в своей фотке такая жирная была какое-то время. Какое-то худая. Да я не так много ем, кстати. Просто я активна всегда. Или сижу дома. Наедаю бока. Я постоянно куда-то что-то езжу, хожу, делаю, работаю. Там, ну, нет времени полежать дома и пожрать. Сегодня что мы там поели? Пообедали? Считайте, пообедали, позавтракали, сейчас ужинаем. После похудения сиськи ушли. Да вы что, когда 43 килограмма весила, посмотрите мои видео, у меня вообще не было груди. Хорошо, что я ее сделала, теперь можно худеть. Но у меня грудь сейчас тоже меньше становится, потому что я худею. Она чем занимается? Марина занимается тем, что пытается... Марина! Поговори громко, очень громко, Марина! Марина чем занимается? Сейчас Марина кушает. А вообще? Вообще Марина занимается много чем. Всем по чуть-чуть. Марина много читает. Да, я люблю читать. Читает, много всего знает. Сегодня нас с Мэри учила. Но больше всего я люблю петь. А ну спой. А ты же не слышала мою авторскую, да? У тебя есть песня авторская? Нет, да. Или поешь, давай потом споешь. У меня есть две авторские. Ты стала плохо от жира? Мне сейчас плохо стало от жира. Либо его много хренануло, блин, прям. Видимо, ты его много съела. Я сажала жирка. Ага. Эд чик на бензи, эд чик. Ой, ладно. Сколько лет? Я думала, рядом с... Вы плохо думаете. А я вот думала, что вы кикимора какая-то старая, прикиньте. Вот я так же некорректно буду отвечать, как вы, прикиньте. Вот. Такой ответ, такой привет. Ладно, извиняюсь сейчас за свою глупость. Очень глупо было, просто разозлилась. Про меня можете писать, что хотите. Про Марину будете писать, будут блокировать нафиг сразу всех. Да, если я... Любимый трек? Да мне нет любимого трека, мне вся музыка нравится. Сейчас вам включала, мне просто очень нравится. Я 2 дня кушала Рафаэла. И на ночь, и утро. В общем, сидела на Рафаэлках. А у меня от Рафаэла... А Рафаэл это ГМО. Просто конкретно... Отвратительная химия, которую кушать вообще нельзя. Я это знаю, потому что мне сразу от нее сыпет. И меня обсыпало. Класс. Но я так хотела Рафаэлку, теперь страдаю.
Мне надо знать, зато у меня съемка есть или нет. Это же надо. Ты со мной поешь. Угу. Не чавкайте. Когда я же приму, выходит, не чавкайте. Че? Даже, ну... Ты что, Марина? Чего они пишут там, я не понимаю. Никакой эстетики. О. Ух ты, ёб твою ж мать, какая-то тут у нас мадам. Высшее общество у тебя в прямых эфирах заседает. Конечно. Почему мне хочется сейчас начать танцевать? Почему мне бьется сердце, опять начинает отниматься рука. Сердце как будто сейчас выпрыгнет. Хорош нервничать. Я думаю, что это все-таки нервы. Угу. Я же понервничала. А Марина сегодня держала меня за руку, чтобы я не нервничала. У меня была холодная, потная рука. Если тебя ревнует, Лиза, кто меня ревнует? Гоу танцевать, да. Молоко ребенку в пачке, а там на дне какие-то куски белые. Молоко не прокисшее на вкус. Слушайте... Да, купи, мне говорят завтра. Ой, простите. Мне просто... Рафаэлла в детстве не всем, кстати, нравится. Моя дочка не любит Рафаэлла. Она любит киндеры. Я тоже обожала киндеры. И еще Аленку. Угу. Я их втихаря просто пихала под подушку и ела. Так. А почему Марины короткие волосы? Потому что Марина была химия. Химия. Поэтому кто пишет такие интересные вопросы, сразу сказала, буду блокировать Марина вас. Марина была химия, у Марины была лучевая. Как нам не было видно? Так и не смогу читать. Подальше только если. Ну, я так плохо вижу, что... А вообще за последний год мне настолько плевать стало, кто и что обо мне думает. Такое бывает, да. Ты же не сама говоришь, что даже я плевала. Блин, так песня мне это нравится, она у меня просто в голове, понимаешь? Как же хорошо, что ты не приехал. Мне так эмоционально, прямо она прямо тара-тара-тара-та-та. Молодец, девчонка, песня. Супер вообще. Класс. Главное, со смыслом. Угу. Ты так аккуратненько пьюсь-пьюсь-пьюсь. Так. Рафаэлла ест иногда втихаря. И что, делаешь, все в порядке? О, нет, лучше не есть Рафаэлла. Угу. Ну, не все же знают про Марину, поэтому заходите, смотрите прямые эфиры чаще, и будете знать, кто такая Марина. Я скину Марину в сторис, можете зайти почитать про Марину, Маринины посты. У меня в последнее время там сплошная фигня. Нет, то, что ты сказала, что есть пост про героин, вот это не фигня. Раньше я писала интересно, а сейчас, мне кажется, так ты должна начать писать очень. То, что ты говорила мне. Да. Да, ей помогают Марина. Кубиками все. Что, плохо варить стало? Как твое моральное состояние? Ну, мое моральное состояние желает лучшего. Ну, рука отнималась сегодня, конечно, было плохо. Было плохо, болело сердце, потом включила музыку и пошла... И пошла танцевать. И пошла танцевать. Как же хорошо, что ты не приехал. Что-то у меня нет аппетита, видишь, я больше не могу есть. Что делать? Что делать? Ставлю точку, не хочу видеть тебя больше. Что там? Прыщ мой видно. Ты наелась? Да. Точно? Точно. И жир тебе нормально вошел в тебя? Абсолютно. Я же просто нереально вкусно. Хочешь еще возьми? Я просто не могу есть. Нет. А что, ты со мной опять? Ну все, и короче, я не стала есть. А еще спрашивают, как есть и не толстеть. Вот так. Не вот есть. Так, не есть. Кардиограмму сделать надо, да. Сейчас включаем песню опять. Я хочу танцевать просто, мне так хочется. Не хочу видеть тебя больше. Не хочу слышать твой голос. Видимо, я не за того боролся. Свои чувства для тебя ничего не стоит. Доверилась я, но
там, где близкие. Так, Марина, когда будем жить, не знаю, выходить. Так, вот эта песня. Да, про Крым. Нам не надо было просто есть Рафаэла, мне пофиг, мне не повезло. Девочка, что ты в желудке, что с подмышками делаешь? Что? Что делаешь с подмышками? Вырываю волосы. Королева ночи. К успеху. Жир такой нельзя. Покушал, нельзя лежать. Надо танцевать сразу. Ты заработала? Заработал интернет? Я не в квадратиков. То все вышли, потому что начала танцевать так стрёмно. Что, народ повыходил? Ага. Ну, Маша, кстати, перезвонила. Жир бодрит. Вообще плохо всегда ловит. Кстати, ванной хорошо ловит. Ну что? Ла-ла-ла-ла-ла. Что там, Мэри? Пойду к Мэри. Сейчас я пойду, короче, к Мэри. И все, ребят. Короче, подборку я обещала скинуть песен. 10 песен мне сказали, да? Так я сейчас слушаю. Нет, на дом не хочу вернуться. Давай с носом. Ты так долго ждала. Раскачиваемся. Как мы сегодня. Ждала. Вот так все.
говоришь, ну что же ты вся горишь? Они то есть, то их нет, тихо. Давай, прощай! Да ладно, все, признаюсь. Они говорят, что мне будет 13 лет. Мне аж жарко стало в моих подштанниках. Фу, в чем у нас тут еще есть? Что-то... А что там? О, амазонка. Тебе нравится амазонка? Да. Я ее, кстати, слышать стала после твоей сторис. Она что-то платье не переодела. Ну, она дома так не ходила, он просто обидочка, ну, обидочка, блин. Марина, на тебя смотрю, ребят. Мы сейчас будем. Я не знаю. Так, у тебя голос есть, ты пой, я-то нет. Ты сказал, ты поешь, я-то не пою. Я не пою, такую музыку, я только лирику. А это я что? Тебя покажу, ну, она такая красивая, просто обжигаешь. Что-то не весело с ней песня такой. Но ты верю тебя. О! О! Да это было вообще-то в кухне. А в комнате мэра. Ну как же ты красиво разведёнка. Не, потом писали, что это за песня, как красиво разведёнка. Посмотри. Да. Это вот последний подорожчивание, да? Ага. Все, мне все надоело этот трек уже. А я после ботокса нельзя мою голову мыть, потому что... Любимый говорили, о! Да не, мне так что-то не очень надо. Что ты делаешь с тобой? Срочно. А какой мы еще слышали? Высота, да? Много чего слышали. Это классная была песня или нет? Я тоже. Блин, забудь сюда такое. Да, я постараюсь. Попробую. Может, получится, как думаете, да? Тебе же сегодня можно. Нет, не прошло. Я же только сделала позавчера. Вечером. Или можно сегодня же вечером? Можно, да? Сейчас пойду. Достаточно. Хотя, знаете, как на укладку пойдем. А знаете почему? Потому что у меня завтра, скорее всего, съемка будет. Что-то я... Время идет, а не ответила. Ошибательно. Я так хочу накраситься сильно. Я очень накрашена хожу. Тебе нравится? Мне не нравится. Что это? Нича такая, да? В принципе. Нича ваш заказ. Вот это, да? Ну, понравилось, чувак. Тебе как песня нравится, Асти? Давай, Асти, послушаем. Тебе нравится Асти? У меня очень много музыки разной. Асти? Асти я обожаю. Ты знаешь. И голос, и саму ее. Прячусь, я не прячусь. Кто говорит, что я прячусь? Да, ты что, поешь, чего? Бывший Полякова какая-то песня. Так, нам еще раз песню. Да, давайте, я не против новых песен. У меня 4 новых песни появилось. 4. Бывший, как там было, бывший Полякова?
Оля Полякова. Это кто? Это ты знаешь? Ну, это девушка, которая может себе на голову одеть половину арбуза, у которой может быть кокошник из макарон. То есть она такая прям... Это шумно. Ой, извините. Что это такое? Сорян, я такое не слушаю. А мы чё? В каких годах? Я такое не слушаю, ребят. Я такое не слушаю. Что-нибудь еще будет? Палево у меня есть. А ты не нравится этот белорусский? Сила меня, я больше не позволю. Не позволю, не напишу. Да-да, именно так все и происходит. О, хорошая песня. Хорошая песня. Марина, спой. А у тебя такая грустная песня? Нет, у меня есть классная песня, если я сейчас найду на сотку, я тебе спою. Давай. Но она такая, она странненькая. Но... Да, у меня, в принципе, она есть. Давай, с тобой. Ты будешь петь, я буду рот открывать, и будет я пою. Давай. Она такая... Я вижу свою мечту, что так долго снилась мне, но голос внутри меня твердит мне, что шансов нет. И с каждым движением я чувствую все сильней, что сбилась дороги я, и сердце стучит быстрей. Но я продолжу свой нелегкий путь, сохраню свои надежды и сумею судьбу обмануть. Всегда будет другая гора, и на нее мне нужно взойти, и пусть огромная высота, и пусть мне еще долго идти. Круто. А иногда и сбиться с пути лучше, чем попасть в забвение. Не важно, что там ждет впереди, главное — это само восхождение. В борьбе ту, что я веду, придется упасть не раз. Я силы в себе найду, и знаю, настанет мой час. И падая от боли крича, я понимаю лишь одно, что эти мгновения я буду помнить лучше всего. И пусть душа моя изранена, я возьму с собою в путь светлую любовь и мечтания. Всегда будет другая гора, и на нее мне нужно взойти, и пусть огромная высота, и пусть мне еще долго идти, а иногда и сбиться с пути лучше, чем попасть в забвение. Не важно, что там ждет впереди, главное — это само восхождение. Ну как это так? Там может быть еще про третий куплет, но он пока не написан. Третий? Да. Смотри, все пишут браво. Да, пока. Ой, Марине мы не только в модельную стрижку. Подождите нам. Дайте разобраться сначала с одним делом, а потом Марину дальше. Ха-ха! Так. Браво, все браво пишут. Вау! Вот. Но это и текст, и музыка, это все мое. И музыку ты сама написала?
Ну, песня, я поняла, что твоя, потому что написано про тебя. Аж мурашки от песни. Представляете, сколько Марина прошла? Просто молодец. Аж Мэри вышла по твою песню, ты слышишь? Ну, слышала, как ты поешь? И вышла. Летит к нам на крыльях. Ты слышала, она сейчас пела? Нет. Ты не сам. Дошло. Пела песню сейчас Марина. Ну-ка, пусть еще раз поет. Еще раз? Я тебя потом отдельно спою. Чучит глаза. Это хайлайтер. Какой хайлайтер? У тебя красная опухшая. Да ты гонишь-то хайлайтер. Это не хайлайтер. Это не хайлайтер. Ты ударила, что ли? Да вы гоните, вы чего? Где? Все, уже нет. Потому что это был хайлайтер. Странный какой-то. Марина хорошо поет или не очень? Очень хорошо. Или ты специально так говоришь? Да иди ты, дура. Марина очень хорошо поет. Припев поет. Спой припев. Давай припев только. Всегда будет другая гора, и на нее мне нужно взойти. И пусть огромная высота, и пусть мне еще долго идти, а иногда и сбиться с пути. Лучше, чем попасть в забвение, неважно, что там ждет впереди. Главное — это само восхождение. Молодежного что-нибудь есть? Молодежного Мэри. Я пою, сама написала. Я пою все, да. Ну, красиво, красиво. Ну, голос красивый. Ну, конечно, красивый. Надо из молодежного теперь что-то. Да. Привет, красавица, вот твоя подружка. Да, Маша, привет. Видишь, я даже узнала. Маша, она мне вчера раз показывала, говорю, ой, я знаю многих своих подписчиков именно по их аватарке. Эфир тот не можете найти, я скину Маринину страничку, подпишитесь, почитайте. Марина прошла тяжелый жизненный путь. Господи, да зачем я ела эти Рафаэлы, посмотри на мой лоб, я тебя смотреть на себя не хочу, у меня прям обсыпало. Лизка прищала. Надо что-нибудь от аллергии купить. Посмотри, прям сбьет. Сглазили такую красотку, господи, боже мой. Как вы могли? А ты что, пришла в солнце там? Чего? Нет. Смотри, мы разговаривали, когда ты делала. Мы такие, ага, эй! Чего? Ничего. Че, пойдем? Все, мы выходим. Планы на вечер. Мы пошли лежать, смотреть какой-нибудь фильм классный. А что, мы в Арбат не поедем? Ты в Арбат поедешь? А что? А мы зато на съемка есть, Лера, или нет? Я записала, я не поняла. Разговаривать с ней, я откуда знаю? Наверное, нет, раз она тебе не пишет. Но она мне написала, что с 12 до 6. А, все-таки есть? Да. Ладно, мы выходим. Что, в Арбат едем? Так надо... Айна, ко мне вопрос будет сейчас, да? Что, в Арбат едем тусить? Ну, пошел нахер этот Арбат. Ладно, пошутили, да нет, все шутят. Нет, о нет, о нет. Да, уже 21:30, мы сейчас посмотрим фильм и пойдем баюшки-баю. Сейчас сторис скину Марину, какое-нибудь видео с Мариной запишем, дурацкое, и скину обязательно. Вот, добавляйтесь, помогайте, нам нужна всеобщая помощь Марине. Посмотрите, какой она лучик света, который прошла. Похоже на японского такой большой хомяк. С ножками, я такой, знаешь, такой жирный-жирный кот Майкун. Тебе надо думать о здоровье, а не о жире. А вот нам тоже надо думать о здоровье. А ни о чем больше. Кто-то жирнеет, кто-то худеет. Не сходи с ума, не жалей ни о чем губы. Ой, и что там поется? Все, глупая. Ладно, все, я все забыла уже. Песни тоже скинь, какие слушала классные. Да, хорошо. У меня же голова закружилась, господи, боже мой, все. Когда Гордону? Как только так сразу всех найдем. Они не могут меня смотреть тоже твои? Дядя, тетя, митя? Вряд ли. Это сейчас они будут искать. Все. Кого? Почему ее обнять так хочется? Потому что приезжайте, обнимайте, помогайте, пишите и поддерживайте ее вместе с нами. И жизнь будет прекрасна.